В России к 2030 году планируется привлечь к здоровому образу жизни не менее 70% жителей. В этом поможет национальный проект «Спорт. Норма жизни». С таким заявлением в четверг на открытии международного форума «Россия. Спортивная держава» выступил Владимир Путин. Президент открыл форум, обратившись с приветственным словом к участникам и гостям. Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья. Я рад приветствовать гостей и участников 11-го международного форума «Россия. Спортивная держава». В столице Прикамья с 19 по 22 октября пройдут 5 крупных мероприятий, в том числе 3 международных. На форум приехали более 5000 гостей из 50 стран мира. Также в нем принимают участие представители спортивных организаций и ведомства из стран Азии и Африки. Мэриэл представляет руководители управления спортивных сооружений, Центра спортивной подготовки и Школы Олимпийского резерва «Виктория», сотрудники регионального Минспорттуризма во главе с заместителем министра Верой Прониной. Форум проводится в городе Пермь. Выбрана эта локация, этот город не случайно, так как городу Перми в этом году 300 лет. Но хочу отметить, что форум проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Ну и, конечно, он приурочен еще и к столетию образования органа управления в области физической культуры и спорта. На самом деле программа форума очень-очень насыщенная. Кроме деловых сессий, круглых столов, кроме выставки, планируется также много спортивных мероприятий. Хочу отметить, что завтра на стенде Всероссийского физкультурного спортивного общества «Трудовые резервы» Министерство спорта и туризма Республики Мэриэл подписывает соглашение о сотрудничестве с этим обществом «Трудовые резервы». Мы с огромным удовольствием присоединяемся, то есть многие субъекты уже подписали соглашение, завтра подписываем мы. В течение 4 дней на площадках форума будет задан вектор развития отечественного спорта как массового, так и высших достижений в условиях многополярного мира и развития международного сотрудничества. По словам Владимира Путина, необходимо беречь традиции спорта, но важно и развиваться, обращая внимание на киберспорт. В частности, на форуме будет обсуждаться подготовка к играм будущего, уникальному проекту в формате «Фиджитал», который пройдет в Казани в 2024 году.